ждете новые сюжеты, у вас есть интересные видеоматериалы, присылайте их на электронную почту subscriber.tt@gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. Обновление парка поездов завершилось на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Теперь на этой линии столичной подземки курсируют только поезда Москва. По словам заместителя мэра, руководителя департамента транспорта Максима Лексутова, теперь каждый пассажир самой востребованной линии едет по ней исключительно в поездах Москва, комфортных, безопасных и современных. Это 89 составов, в общей сложности 712 вагонов. Первый такой поезд вышел на линию чуть более 3 лет назад, в апреле 2017 года. С тех пор началась планомерная замена старых поездов на современные. Лексутов также отметил, что вагоны типа ЕЖ-3 и ЕМ-508Т могут быть использованы только в качестве резервных. Он добавил, что Таганско-Краснопресненская линия стала третьей линией столичной подземки, по которой курсируют только поезда Москва. На 100% из вагонов той же серии состоит парк Филевской и Некрасовской линий. За счет обновления составов поездки пассажиров становятся комфортнее. По его словам, в современных поездах есть сквозной проход через все вагоны, улучшена шумоизоляция, работают интерактивные схемы метро для построения маршрутов и USB-порты для зарядки гаджетов. В каждом вагоне работают по две климатические системы с функцией обеззараживания воздуха за счет ультрафиолетового излучения. Всего же в столичном метро курсирует около 200 поездов Москва. Они перевозят уже каждого четвертого пассажира подземки. Составы нового типа следуют по Сокольнической, Филевской, Калужско-Рижской, Таганско-Краснопресненской, Большой Кольцевой, Солнцевской и Некрасовской линиям. Первые опытные вагоны ЕЖ-3 в августе-октябре 1973 года поступили в электродепо «Красная Пресня» для работы на Краснопресненской линии, а вслед за ними в сентябре-ноябре следующего года пришли уже серийные ЕЖ-3. С августа 1980 года по октябрь 1983 года все поезда ЕЖ-3 и ЕМ-508Т по мере прихода новых вагонов 81717 и 81714 постепенно передавались в депо планерное. В 2020 году эпоха легендарных вагонов завершилась, и они навсегда ушли в историю.